Говори привет. Само быть, попозже на краю. По что пупамы? Нафиг. Ой, Побутину драки. Всем привет, с вами Олег Радов. Вот, и мы сегодня выдвигаемся в наше турне. Едем в Нафлио, выезжаем из города Киато. Расстояние у нас где-то в 70 км. В одну сторону. Вот так вот мы запаковались. С собой еще рюкзачки такие вот есть на плечи. Хемешечку мы сбили по нулям. Вы Сулейман Паша? Сулейман Паша. Ну и, короче, выдвигаемся сейчас. Сейчас у нас на часах у нас 6:30 утра. И мы, короче, едем в бой. Надеюсь, все будет замечательно. А вот, значит, снимем небольшой кусочек видео. А, там какое-то шоссе идет. А, блин, мы какими-то садами тут кружляем. А тут какая-то центральная улица нарисовалась впереди. Проехали мы 27 км. Ехали садами. За всю дорогу встретилось вот это вот небольшое поселение. Вот. Идем чуть пешком под горочку. Немножко запыхались. Вот. Тот чувак налегке. У меня, блин, туристические сумки на багажнике. Плюс одна не на плече. Была у нас одна поломка по дороге. Обратно у этого напарника колесо. На, заправка. Заправка есть. Что уже радует. Значит, пробил обратно колесо. Вернее, в колесе была маленькая-маленькая проволочка. И ее не заметили. И так за неделю он поменял 3 камеры. Вот. Сейчас мы едем со скоростью 30 км в час. 30 км в час едем. Хорошо, что у нас поломочка произошла еще там, на центральной улице. Как раз мы сели на кофе, попили. И рядом была заправка. Сразу заметили, заметил сразу же после кофе, что колесо стало немножко мягким. Вот. Поменяли мы камеру, слава богу, взяли с собой. Запасные. Одно запасное... Покрышку одну запасную на всякий пожарный. Вот. Ну и продвигаемся. Посмотрим, что будет дальше. Куда доедем? Должны доехать. На часах у нас практически 8:30 дня, утра. А мы едем. Итак, мы выехали на финишную прямую, проехали уже Аргос, проехали Мекинес, Оки Миконос, Мекинес, Алу, другой город, село такое, с большой исторической археи апостолены раскопка. Там по слухам вроде сына Зевса город очень старый, исторический, еще за времена царя Дымка. Вот.
где-то еще 10 км петлять, а пропетляли мы 66 км. Ну что-то, мне кажется, подул морской воздух. Ох, ветер подул, стало тяжело ехать. А до этого так хорошо ехали. Вообще песня, 35 км в час ехали, стандартно. А тут на тебе. Приехали, блин, ветер подул. Эдо, что ж, трофи! На, колобок я! Кричит сзади, чувак, говорит, остановимся давай. Передыхнем чуть-чуть. Я говорю, вот сейчас вот здесь вот, на развилке какой-то, тормознем. Посидим. Посмотрим по карте, сколько нам еще ехать. Вот. Ну, а так пока. Все. Что тут графит? Пишет. Вон там архия была. Экшодаж 2. Типа съезд второй. Там какая-то архия. Не знаю, сейчас встану. Это же история. Да, после моего предыдущего видео обратно была проблема с задним колесом. Обратно было пробитое колесо. Обратно мы считали заправку. А обратно, слава богу, все обошлось. Вот. А мы находимся возле фабрики Балаканакиса, где мы режем виноград на него. Также там вот на горе там вот есть большая архия, как я уже повторялся. Город Зевса, или как он там называется? Миклес. Миклес. Охи, Миклес в спарке. Микинес, вот. Так что вот. А мы продвигаемся. Жопа, конечно, немножко становится металлическая. Но ничего, нормально. Можно ехать. Едем дальше. Уже вторую часть смотрите, наверное, уже по прибытии в Нафлю. Так что... Ай, пока! Ай, чуваки, мы доехали. Какой прекрасный здесь у нас фонтан с жабами. Старый вагон разрисованный. И наверху замок. А я 7 лет назад сидел он там где-то на той скамейке. Лео, ты от Анирта тот пригумені фура каче маяки меса. П'ю меса. Ше авто то стигме. Накачуме? І по маяки, які п'ю ішкю. Бон. Вот. Подруга какая-то интересная едет. Мяу! Мяу! Да? Смотрите, какой дом интересный. Класс, да? Вообще чудненько. Давно я не был в других городах. Прикольненько. По-моему, о ком Абрустана думает. Короче, не можем нигде найти место, чтобы не было солнца. Посидеть, подумать, распределить, куда дальше поедем. Я хочу на тот замок подняться. Он не хочет. Ну и дурак.
паровоз был, но что-то я его уже не вижу. Сняли паровоз, что ли. Дядька еще где-то на коне сидел. Такой дядька был с конем. По-моему. А, вот он, этот дядька. Вон дядька на коне. Указывает, как Наполеон Бонапарт. Туда пойдет. А мы куда сядем? На, в Рика. А, не. Эгона катшу эдок и термо. Короче, ищем, смотрим в лавочке. Я говорю, здесь сядем и все. Да, говорит, блин, чувак, мэр не может, блин, туристический город поставить еще этих самых, блин, лавочек. Тут подняться наверх 1000 с чем-то ступенек, по-моему. Так что я полезу. Я бы тут бы и постелил, и спал бы ночью. Надо сожрут блохи. Ох! Дом правительства, походу. На. Посреди города какая-то очистное сооружение, канализации. Офигеть можно. Так что, пока будем тут гулять, снимать, наблюдать. Да, кстати. Вдода 3. 83 километра у меня пишет. У него... Виза банана? На, у него 81 километр. Да, как раз. Вон Лиза банана. Фотография? Не, вы. Вот мы и добрались. Сейчас пойдем туда вот на пляж. Тут такой вот судно стоит. Там еще пираты плывут на горизонте. Там, правда, не знаю что. Да, Янь, Пама. Будем сейчас что-то искать и думать. Целая гора кактусов. Офигеть можно. На, еще два туриста. Такая тропинка здесь прикольная. Кайфовенькая. Лавочки такие. Чуваки тоже на велосипедах. А мусора тут сколько. На. Говори капу на кимитуме. Ищи, что я на
Я говорю, смотри, я нашел, где мы спать будем сегодня. Один на той лавочке, другой на той. А Мишета? Будем на брике бить, я парапанов яга на Агалай. Не. Говорит, знаешь, сколько тут змей? Утром проснемся с подругами на шее. Ух. А он там, на горе. Итак, дорогие мои телезрителя, немножко меняем мы наши планы. Уехали мы из Нафлю, едем в следующий поселок под названием Толу. Пораспрашивали местных жителей, говорят, что лучше вам остановиться все-таки там. Говорит, там и набережная получше, и есть кемпинги. Потому что в Нафлю сами видели, какие скалы, параллибы, набережной практически нет. Остановиться, в принципе, тоже негде. Так что едем в Толу. Это еще 15 километров от Нафлю. Проехали уже 5, еще где-то 10 км. Итак, значит, продолжаем наше путешествие по нижнему морскому побережью. Значит, в данный момент мы приехали в город Толу. Значит, по параллии походили, поспрашивали. Везде все как бы запрещено, нету места, где расположиться. Приехали в такой вот кемпинг Лиду. Вот, значит, 25 евро за 2 человека здесь. Все удобства, душ, кухня, магазин у них есть. Вот, сейчас заселимся, как бы. И, не знаю, освободим немножко наши вещи. Закинем, куда нас поселят. И поедем, проедемся немножко вдоль набережной, потому что когда мы последний раз, предыдущий раз туда хотели поехать, у нас произошла обратная авария, пробилось переднее колесо у моего товарища, и пришлось нам вернуться обратно, найти заправочную станцию, где имеются воздух и все остальные инструменты. Инструменты, конечно, мы взяли с собой, но факт в том, что мы, короче, ехали обратно здесь недалеко, метров 300, сразу есть заправка, там поменяли колесо, покупались на набережной, в море, нормально все, уютненько, прикольненько, очень много туристов, Австрия, очень много французов, здесь практически все иностранцы, греков мало, автобусы с польскими номерами, короче, все, кому не лень, едут. Хорошее место, туристическое, если что, приезжайте. Толу, Нафлю. А мы не прощаемся с вами. Еще посмотрим, что, какие у нас приключения будут дальше. Вот наступила у нас сегодня суббота. Мы уже проснулись, собрали свои вещички. Выехали на набережную. Сейчас немножко раскумаримся. Откроется здесь кафешечка, попьем кофе какого-то. Пересмотрим вещи, какие куда закинем, чтобы они не были сверху. Те, которые не надо, положим внутрь, вниз. Такое у нас сегодня утреннее море. Ни души, только мы. Вон там вот между этими двумя холмами выйдет солнце. Вот. Посидим, встретим рассвет. И выдвинемся в обратном направлении. Немножко сегодня такие, как зомби. Зомби! Вот так вот. Ну что ж, пока без приключений.